Мы нужны нашей стране, мы нужны людям, которые окружают нас, потому что это мы несем знания, просвещение. В выставочном зале художественной галереи чествовали те, кто активно трудился и продвигал искусство в нашем городе. Здесь собрались все те, кто на протяжении многих лет сохранял, обогащал и передавал будущим поколениям культурные ценности. С приветственным словом к собравшимся обратился глава города Алексей Сафонов. Задачи решать могут и роботы, а остаться человеком можно только с помощью культуры. Очень уважаю вас за ваш труд в отношении наших самых маленьких горожан, которых вы очень трепетно растите, о них заботитесь, ставите на правильный путь, который с помощью вас они будут всю свою жизнь обращаться к своему прошлому опыту детскому и оставаться теми самыми людьми, о которых мы на самом деле мечтаем и планируем, что наша страна будет состоять именно из таких хороших людей. Глава города вручил концертмейстеру ДШИ Олесе Логиновой почетную грамоту города Сарова. Также благодарственные письма и почетные грамоты Департамента культуры и искусства вручала Елена Рогожникова. С добрыми пожеланиями к присутствующим обратился заместитель председателя городской думы Андрей Немчинов. Я искренне желаю процветания вашей профессии, а вам творческих успехов и вдохновения, профессионального развития и, конечно же, доброго здоровья, благополучия и личного счастья. Спасибо вам за ваш профессионализм и преданность профессии. С праздником! Андрей Сергеевич вручил работникам сферы культуры благодарственные письма городской думы. Анна Пилипец, Андрей Махмудов, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24.